Вот такая погода в Анапе сегодня. С утра был собачий холод просто. Градусов 14. Ну, днем получше, конечно. Ну и вода уже не 27 градусов, а 22, говорят. Прям теплую воду сдуло. В общем, похолодало. Ненадолго, говорят, дня на 3-4 посмотрим. Короче, люди уже ходят на море в шубах. Купаться можно, нормально все, но холодный ветер.